Привет, друзья! Ну, вы, наверное, заметили, кто смотрит на наш канал. Там несколько проектов. Проект создания науки о человечности, или, может быть, человечности, но само обсуждение о человечности наука или человечности наука, это уже обсуждение. То есть, по существу, как только появляется вопрос, тут же появляются попытки решить этот вопрос, уточнить этот вопрос, создать новые определения. И таким образом, как круги по воде, распространяется, только камень брось. Самое главное, что мы бросили этот камень. Конечно, и больше вовлекаются людей, когда мы создаем вместе с вами общеобъединяющую идею, которая затрагивает интересы каждого, затрагивает его больную тему, сразу привлекается внимание. Но больная тема у всех сегодня такая. Как научиться преодолевать неизвестность, преодолевать страх отсутствия образа будущего. Это не только касается завтрашнего дня, но это касается любой повседневной ситуации. Палец обжег, и уже не знаешь, как быть. А если ты такой мнительный, легко входишь в транс, и у тебя начинает развиваться психосоматика. Да. А если ты, наоборот, вдохновлен какой-то идеей, тебе пришла какая-то мысль, озарение, ты входишь в этот поток и создаешь какое-то изобретение. Мы же там в нашей школе и учимся этому озарению по заказу. Мы об этом будем говорить еще. Я буду показывать новые приемы. Каждый раз у нас появляются новые приемы, потому что благодаря вам, нашим участникам школы «Человек будущего» Homo Futurus, метод совершенствуется. Ну вот, один из проектов сейчас там прозвучал, и такой социальный лифт, как продвинуть каждого в жизни, помочь ему, нашей всей школы, потому что только вместе мы сила. Да, и люди, желающие, могут там выступить. Вот Константин Михайлов выступил. Да, сейчас еще выступят. Вы можете просто делать видео свое о своих любимых делах, о своих изобретениях, о своем творчестве. Да, записывать это видео, записывать мне на почту предложения hasai.mail.ru. Ну, почту можно. Вот под видео там все контакты есть в описании. К Владу писать, нашему Орлову, который помогает. У нас же столько волонтеров, активных участников. Молодцы, я очень доволен, что наша школа развивается очень быстро. Вот буквально за трое суток мы уже набрали 100 тысяч новых подписчиков. Без всякой рекламы, без накрутки. Мы не вкладываем туда никакие деньги, потому что мы не бизнесмены, а именно люди, которые волнуются за наше будущее. И наша школа «Человек будущего» Homo Futurus – окно в это будущее. Поэтому вот сейчас, когда я говорил о том, что мы создаем науку человечности, там сразу пошло обсуждение. Я смотрю этот, комменты и вижу. Потрясающие интересные вопросы. Один, например, такой вопрос – это учение или наука? Ну, конечно, это наука о человеке или человечности. Надо еще это обсудить. Почему это наука? Потому что учения бывают разные. Они могут быть и научные, и ненаучные. А вот наука, она чем обладает? Она обладает критериями достоверности. Это критерии, это как раз-таки повторяемость события в определенных условиях, закономерности, это определение новых свойств. Да, это там есть критерии науки. Вот я хочу вас попросить, друзья мои, возьмите вот сейчас к следующей нашей встрече, а будет очень интересная встреча, подумайте или посмотрите в интернете, чем же все-таки наука отличается. Ну, например, вот там был еще такой вопрос. Как вы относитесь к эзотерике? Вот эзотерика не наука. Потому что все непонятное туда в кучу сваливается. И поэтому я там написал ответ комменту, что в комменте, что
Можно в эзотерику верить, можно не верить, но летаем мы не за счет эзотерики, а на основе науки. То есть это дает гарантированный результат. Вот в чем разница. Я говорю уже о практике, о практическом применении. То, что создано по научным критериям, дает гарантированный результат. Потому что там свои требования к этим критериям. Вот, например, я недавно смотрел. Давайте я приведу пример, ключ, сам метод ключ, как научный метод. Почему он научный называется? Потому что я, смотрите, я не говорю сейчас о том, что я увешан всеми официальными документами признания метода, утверждения метода, почетные грамоты министерства, ведомства, что метод проверен на терактах, что он помогал выводить из острого стресса, где человек не может в оглушенном состоянии слушать психолога, психотерапевта, где он находится в таком оглушенном состоянии, где только метод ключ помог. Почему он научный? Потому что он опирается на естественные, инстинктивные защитные реакции человека, которые у вас каждый раз проявляются. Например, когда у вас возникает страх, когда возникает какая-то вот ситуация неожиданности, у вас возникает или оцепенение, или возникает беги. Но это инстинктивные реакции. Но эти инстинктивные реакции такие, например, что когда ты нервничаешь, ты ходишь туда-сюда по комнате, качаешь ногой, постукиваешь пальцами, чешешь голову, там, ну, поэтому жвачка пошла, и мантры пошли, и четки пошли. Ну, то есть это вот достоверные вещи, я изучаю научно которые и вывел эти упражнения, потому что человек приходит к нам и говорит: а как мне снять стресс? А я говорю: а что ты делаешь вообще, когда ты стресс снимаешь? Вспоминай. А если он вообще ничего не может вспомнить в этот момент? Да, я ему предлагаю стандартную часть, допустим, даю ему несколько приемов, уже отработанных на этих научных наблюдениях и проверенных и статистикой, и экспериментами, и диссертациями, и подтверждениями, и утверждениями. Я ему даю это несколько приемов. Он их делает, и которые ему подходят, я ему говорю: ну давай делай дальше, и он их делает дальше, и потом садится, и у него происходит, отпускает его. Вот это научное. Вот, допустим, я, когда меня Шанцев, губернатор Нижегородской области, пригласил после пожаров в Нижегородской области, там было у меня где-то в каждый город, я там ездил, ну, в целом было 10-12 тысяч человек, большей частью социальных работников. И там, например, зал, я проводил занятия, вот брал эту синхрогимнастику из 5 классических упражнений. Я пока им собирался рассказывать в зале, но там сидит по 100 человек, по 100, по 200, по 250. Я говорил в первую очередь, кто из вас чувствует себя хуже всех? Ну и там кто-то в зале: ну идите ко мне. Вот она или он стоит, а я в это время лекцию продолжаю. Вот что такое научное. Вот смотрите, я лекцию продолжаю. Она стоит за моей спиной. Никаких внушений я не произвожу, никакого гипноза я не произвожу. Я читаю лекцию, и в это время, основываясь на научных достижениях, на выверенных правилах и критериях, я ей предлагаю, я говорю: думайте, о чем думается, переживайте, и в это время просто делайте повторяемые движения. И все. Я сам лекцию свою провожу. Ну, она делает за моей спиной, делает. Потом сесть можно? Можно. Села. А весь зал смотрит. Я одновременно их учу, понимаете? И они видят. Я-то этого человека не знаю. Я только приехал в этот город. Знать не знаю. Они-то могут ее знать. Они знают ее проблему. Она знает проблему. Я ее проблему не знаю. Я ее не спрашиваю, что у вас там случилось, какое там горе, несчастье и так далее. Просто она говорит: я плохо себя чувствую. Хорошо, она села. И после того, как она делала это повторяемое движение, она села, вдруг она заплакала, а потом она мне говорит: ой, отпустила, а что так легко стало?
И весь зал это смотрит. Вот это наука. Вы понимаете, о чем я говорю? Потому что человек и так это делает, инстинктивно, но он не осознавал раньше, что повторяемые движения снимают напряжение. Он не понимал раньше, что в зависимости от уровня напряжения частота повторяемых действий выше, вплоть до дрожания, до нервной дрожи. Он никак это не сопоставлял одно с другим, потому что нас никогда этому не учили. У нас в школе не было такого предмета, наука саморегуляции. Не было такого предмета. Биология была, физика была, физкультура, учебник есть. Там, слава богу, сегодня под руководством профессора Матвеева, Анатолия Петровича, мной уважаемого, уже есть синхрогимнастика по методу Ключ. Ну, слава богу, да, это же за столько лет. Ключ-то известен давно, за столько лет, наконец, там, кусочек ключа, потому что это подтверждено, там все подтверждено, сам Матвеев является, ну, короче, он в комиссии по ГОСТам и так далее, известный специалист там и так далее. Вот, и я просто, чем отличается научное от ненаучного? Ну, как можно было с помощью эзотерики, например, когда сидят перед вами 200-300 человек, и вы стоите спиной, и человек, который самый худший себя чувствует в зале, пришел, сел, вы не знаете, что с ним, и вы стоите спиной, и она потом говорит: ой, мне легко стало. Ну как это можно было? Только наукой. Поэтому именно на основе науки самолеты создаются, а не на основе эзотерики. Вы можете верить во что-то, можете не верить во что-то, это личное дело каждого. Да, но гарантированные результаты дают наука, потому что она как раз занимается изучением закономерностей, свойств, явлений, да, а я как раз этим и занимаюсь. Вот же в чем дело. Теперь мне там пишут: как хорошо, что мы попали на ваш канал. Я тоже очень рад, потому что наши участники очень, очень дружелюбные, приветствующие новых участников люди. Конечно, конечно. Как создаются технологии, как создаются изобретения, как, наблюдая за инстинктивными поведениями, действиями, реакциями человека, можно создать из них новые приемы. Это знают участники нашей школы, чьих будущих Homo Futurus. И они обмениваются опытом, все обмениваются опытом у нас там в школе. Там вход свободный, ВКонтакте и в Фейсбуке, пожалуйста. Там входишь, там читаешь обмен опытом, и там упражнения. Кто-то говорит: а я придумал по принципам ключа, понял, на чем он основан. И дает свой пример, пожалуйста. Да, мы все смотрим. Да, но он не как специалист, не как инструктор, не как методист это дает. Он говорит, как обмен опытом. Я даю вот такой. Потому что вот рекомендацию давать, вот делать именно так, может только подготовленный мной специалист. Обмениваться опытом, пожалуйста, обменивайтесь опытом, обсуждайте. Да, и вот те специалисты, которые у меня проходили школу и много лет назад, и сейчас, да, они вот те, которые находятся со мной в ВКонтакте, получают все время новые какие-то описание опытов, мои советы, рекомендации. А те, которых я 20 лет не видел, я даже и знать не знаю. Документ у них есть, а чем они там занимаются, я не знаю. Тем более страна рассыпалась. Кто где живет. Один живет в Нью-Йорке, другой живет в Бомбее, третий в Тбилиси. Ну, в самых разных местах. За это время метод очень усовершенствовался. Очень усовершенствовался, я прошу всех учитывать это, иметь в виду. Еще что я хочу сказать. Вот этот проект, который мы ведем, выполняю свои обещания, и там Константин Михайлов, который автор «Пояс мечты», изобретатель, великолепный человек. Сейчас еще уже там уже целая очередь, которые хотят выступить. Для чего я придумал это? Потому что я все время сказал на школе, что я буду помогать всем продвигаться.
расширять круг вашего общения, кому хочется продвинуться, и мы сделали такой социальный лифт. Ну, когда вы выходите с предложением, я хочу свое видео прислать, пожалуйста, присылайте, мы его на наш канал поставим, все его посмотрят, у нас сейчас канал смотрят, у нас, вот я посмотрю, там 41 тысяча подписчиков, это не миллион, но скоро будет миллион, я уверяю вас, потому что все, кто смотрит канал, заинтересовываются. У нас 1000 подписчиков появилось только за 3 суток. Без всякой рекламы. Потому что то, что мы говорим и показываем, интересно. Оно затрагивает каждого. Сегодня трудное время. Научиться справляться со страхом. Развить свое мышление креативное. Понимать, как в сложной ситуации, когда время сжато до минимума, когда тебе надо одновременно бросаться, решать 10 дел, такая многоразовая задача есть такая. Конечно, этому можно научиться только в школе человек больше хомофатур, больше нигде. Такого в мире нет. Особенно вот это вот сейчас меня так радует, что то, что меня волнует, как быть человеком, потому что вот это расчеловечивание, которое происходит за счет падения образования, культуры, ну и не только у нас, это и в разных странах происходят непонятные такие явления, переходные периоды, время перемен, как говорится. Конечно, вот это очень важно, наука человечности. И я вот сажусь за стол, и когда хочу общаться с вами, друзья мои, я чувствую такую невероятную поддержку, потому что там в комментах мне пишут: я давно ждал, или я давно ждала вот такой темы. Да, потому что мы коснулись темы, которая затрагивает почти каждого. А тема, которая затрагивает почти каждого, она привлекает внимание. И мы, когда начинаем обсуждать, у нас еще только будет, только предстоит стратегию создать. Мы уже создали что? Обозначили тему, что надо создать науку о человечности. Потому что раньше это приписано было только религии, искусству. Мы могли читать об этом в художественных произведениях, что такое хорошо и что такое плохо. А науке, которая дает гарантированные результаты, не было. И никогда такой вопрос не стоял на всей планете. Впервые мы в школе человек будущего Homo Futurus такой вопрос поставили. Это уже первый шаг. Второй шаг. Я всех привлекаю к обсуждению этой проблемы. Третий шаг. Это важно, это даже самый первый, может быть, это то, что мы все человеки и испытываем потрясающую нужду быть человеком. Это потребность человека быть человеком. Я, может быть, банальные вещи говорю, но это не банально. Человек хочет быть человеком, потому что кроме инстинкта самосохранения, оцепенеи, беги, бей, спрятаться от проблем или еще что-то. Человек хочет быть человеком, он хочет любить, хочет созидать, хочет испытывать чувство бесценности жизни, радости жизни, чувство сопереживания, чувство сотрудничества. Это вечные человеческие ценности. Ну как без этого? Все войны, кстати говоря, они как раз-таки обостряли в человеке необходимость. Ведь что помогало людям выжить во всех войнах? Именно вера в это, именно плечо товарища, именно он ждал, что его дома ждет любимая. Ну, это же вообще вечные человеческие ценности. Ну, а как же? Когда есть ради чего? Да, я в прошлый раз говорил, заставь человека не любить, и не сможешь. Заставь его не творить, и не сможешь. Это его сущность Творца в человеке. Мешает ему стресс, когда он перенапрягается в условиях неизвестности,
когда он не знает, как быть, а времени мало, и он не знает, какое решение принять, и напряжение растет, тревожность, беспокойство, страх, паника, а потом выжигание, так сказать, всех клеток мозга, запас питания кончается, и депрессия, когда ему ничего уже не хочется. Это... Ну, мы же это делаем, и вот вы представляете, сохранить человека и человечность, дать это как предмет, и мне там написали, это бы дать прямо в школе, этот предмет. А вы представляете, стратегии еще нету, но мы ее сейчас и создаем тем, что мы вовлечены в общий коллективный разум, начинаем думать об этом, а вот этот сам процесс думания об этом, как сделать так, чтобы это коснулось всех, чтобы все задумались об этом, это же есть общеобъединяющая идея. Все задумались о том, что значит быть человеком и как сохранить человеке человеческое в условиях жестких неопределенностей. Вот это же, когда люди начинают об этом думать. Вот сейчас там у меня был коммент, мне написали, ну, надо, наверное, сделать так, чтобы человеку стыдно было быть плохим. Как замечательно. Именно. Надо, чтобы это стало элементом этики, этика, чтобы стало элементом общей культуры. Одно время было такое, потом опять снесли. Но временами это такое в истории происходит. Да. Этика, внутренняя культура. И сделать это модой. Вот какая стратегия. Когда все начинают об этом думать, как говорил Ленин, а может до него кто-то еще говорил, я не знаю, что идея становится силой, когда ею овладевают массы. Потому что найдется миллион людей, которые подскажут, придумают, определят. Не я же это буду создавать один. Как я могу создать целую науку? Слава Богу, я только вот своей под 70, в марте мне 70, только додумался до этого. А это же будет развиваться, это будет создаваться, это наука. Главное было вопрос, задачу поставить такую. А это же уже как цепная реакция, начинает вовлекать людей, потому что это касается каждого человека. И каждый человек об этом думает. Потому что если вы копнете себя, вы заметите, что в самой глубине души вам этого так не хватало, вам так не хватало. Вот именно об этом думать, как же сделать так, чтобы люди были людьми. Ну а как же иначе? Как же иначе? Только это может сохранить разум на планете. Это очень важно. Я ж прямо разволновался. Прямо разволновался. А это будет и зонтик, видите, девушка с зонтиком. Зонтик. Это большая защита. Культура – это большая защита. Культура – это вообще сохранить жизнь без разрушения. Вот оно, что такое культура. А культура – это осознанная часть инстинктивных проявлений природы, человека. Осознали, научно определили, сформулировали и обучили. Ну да, и стратегия сейчас начнет развиваться и прочее, что поэтому я говорю, что наша школа, все наши участники, вовлекающиеся участники, а вы передавайте, как по закону цепной реакции, друзьям там посылайте, ставьте комменты друзьям, пусть смотрят наш канал, чтобы наш этот, как его называется, рейтинг рос, рейтинг чтобы рос, да не рейтинг чтобы рос. Человечность, чтобы росла. Вот это же важно. Да. Ну, давайте, друзья, будем работать дальше. И не забывайте, у нас там другие проекты есть, и поэтому, если новичок первый раз зашел сюда, там метод ключ, а где же приемы? А что за ключ? А нету, оказывается, там о какой-то науке человечности говорят. Да. Каждый говорит то, что у него болит. У меня болит это сейчас. Кстати говоря, у автора теории стресса
в селе. Он тоже начал с теории стресса, а в конечном счете пришел к морали, рассуждать об этике. Да, да, потому что хочешь не хочешь, мы человеки. И хочешь не хочешь, с какой бы мы веревочкой не начали распутывать узел, мы опять придем к себе, к человеческим качествам. Да. Даже вот договор какой ты подписываешь с компанией или с другом собираешься работать, проект делать, всегда взвешиваешь, что тебе там для души, а что для тела, для денег. Материальные, духовные ценности. Да. А человек это тот, который ад и рад, а рай имеет внутри себя. Как говорилось, Царство Божие внутри вас есть. Да, и я вам покажу приемы новые, как использовать дикое напряжение, вот эту атомную бомбу, которая внутри нас, которая разрывает от противоречий. Например, ты занимаешься нелюбимым делом, или ты там работаешь в какой-то команде, где начальник тебе задает такое задание, а ты сопротивляешься, ты никуда деться не можешь, потому что зарплату потеряешь. И потом ты отыгрываешься на детях, на жене, пьешь водку, и тебя прямо взрывает. Ну, вот это вот стресс от внутренних конфликтов, внутренних противоречий. Как управлять своим нервно-психическим состоянием, чтобы сохранять себе Творца, который лежит у нас в геноме. Да. Ну, почему? Потому что эволюция, развитие человека такая. Ну, наука о человечности. Я хочу сказать, действительно, если мы это сделаем и модой, у меня вот друг, безбородый полковник, он написал книжку для детей, книжка для детей добрых полковников. Да, ну вот такой Виктор Безбородов. Вот, он говорил, что плохо делать, чтобы было стыдно. О, как мило, да? А это очень важно, это не просто банальные вещи, потому что, например, когда героинизация, не героизация, а героинизация, когда людей в наркоманы превращали, да, там их как ловко манипулировали, говорили, это круто, наркотик это круто. Да, среди подростков. А вот сейчас было бы модно делать неправильно, делать плохо, чтобы было стыдно, чтобы было модно, чтобы было модно быть хорошим. Потому что сейчас модно, знаете что, если ты умный, где твои деньги? Понимаете, надо поменять эту моду. Ну, я расфилософствовался, дело не в этом. Приемы тоже новые покажем, все новое покажем, мозговой штурм будем делать. Я научу тех, которые еще не знают, что такое ключ, на мозговом штурме, как создавать образ этой науки. Я не могу один создать эту науку. Мы все вместе ее создаем. Да, мы все вместе ее создаем, потому что эта тема затрагивает каждого. Да, это объединяющая идея. Кстати говоря, можете в Редере посмотреть Хасай Лиф «Метод ключ», и там генератор будущего. Редере наберите «Метод ключ», генератор будущего. Кусочек, который потребуется для создания науки о человечности или человечности. Это тоже обсудим. Ну как? По-моему, будет хорошо, потому что мы занимаемся хорошим делом. Вот это правильно. Вот это правильное русло. Понять, что есть человек, и создать науку человечности. Да. До встречи, друзья.